Салем, привет, hello, в эфире Тинги Мания Next, самая продвинутая финансовая программа, с вами Мурат Аспанов. Как вы думаете, что значит быть грамотным человеком? 100 лет назад это означало уметь читать и писать. Сейчас это десятки компетенций, включая финансовую грамотность, умение тратить и сберегать с умом, эффективно управлять собственными деньгами. Сегодня мы вместе с вами станем грамотнее в вопросе банковской системы Казахстана. Итак, процесс запущен. Жизнь — это игра в деньги и время. Играем в жизнь! Тингимания Next – это молодежный квест. По заданию ведущего между собой соревнуются две команды. У каждой свой транспорт и свой маршрут. Задача – найти верное решение и получить финансовый код к сейфу игры. Побеждает команда, открывшая сейф и доставшая из него награду первой. Итак, мы видим, что наши участники уже готовы к старту. Привет, тингиманы! Привет! Познакомимся. Команда «Портмоне» считает, что уже добились успеха в мире финансов. Раз, два. Точно знаем. Три, четыре. Победим. Сложим деньги в «Портмоне» и отправимся в турне. А команда «Кэшбэк» говорит, что знает все финансовые секреты и поэтому уже лидер гонки. На «Кэшбэк» сап не зевай. Вместе с нами побеждай. А теперь внимание! Задание командам – популярно и креативно раскрыть тему «Банковская система Казахстана». Скоро узнаем, выполнима ли миссия. В пути вы должны ответить на вопрос первого этапа игры. Сколько уровней в банковской системе Казахстана? Погнали! Команды отправляются каждая по своему маршруту. В первой точке назначения их ждут и первые подсказки. Во-первых, это водная тема, это раз. Во-вторых, мы не можем что-то придумать, если есть только центральные и коммерческие банки. Ну, это как бы, это, так оно и есть. Центральный банк отвечает полностью за резерв, оно полностью за все финансовые операции. Два уровня – это Национальный банк, самый главный, и коммерческий банк, который регулируется. Первый уровень – это Центральный банк, Нацбанк, он все регулирует, а второй уровень – это коммерческий. У нас пришло сообщение от ведущего. Так, сейчас я вам прочитаю. И у стен есть уши. Что об этом могу узнать? Как ужастика. Сейчас будет, мне кажется, это видно, куда мы приедем просто, по локации. Мы можем вообще хоть куда приехать, на самом-то деле. Давайте походим. Пошлите вот туда или сюда. Какого района? В зданиях по соседству. Вот 721, что это? Прям непосредственно. Так, у нас банковская система двухуровневая, значит, цифра 2 сейчас для нас подходит. Одного уровня точно нету, да. Правильно? И не 7 уровней. Семерка, да. Давай. У кого четыре рука? Так. Yes. 8. Уведомление пришло. Ну-ка. У стен есть уши. Нам нужно понять, так, где мы видим стены? Уши, это что? Это смотрите, смотрят и уходят. Если напрямую, то... Помоги, есть несколько таких граффити с ушами. Может быть, что-то в этом вроде нет. Может быть, не думаю. Пойдемте посмотрим. Команда «Портмоне» сделала правильный выбор и получает первую цифру кода от сейфа. Пришло сообщение, ребят. Что там? Включаем, смотрим. А у нас на старте второй этап. Уважаемые команды, сейчас вам необходимо задействовать весь свой интеллектуальный потенциал. Вторая подсказка игры даст знать, где расположена следующая цифра кода. Во время следования к локации вам необходимо определить основные параметры в вопросе, что такое банковская система. Удачи! Основные параметры. Что такое банковская система? И нам нужно еще и место определить. Вообще не пришло. Это подсказка от ведущего. Истина где-то рядом. С помощью подсказки в автобусе команда определяет следующую локацию. Так, подождите. Так, почему все в одну сторону смотрят? О, ничего себе! Это что? Это откуда? Это как? Это там только одно было? Так, это что? Вот то, что! Ой, господи, боже мой! Фэнтези! Нет, это Арбат! Арбат! На Арбат! Я предлагаю всем нам сесть в машину, обсудить это спокойно. Хорошо, мне пришло уведомление, ребят. Истина где-то рядом. Блин, значит, это что-то где-то недалеко. Мы в автобусе. Да, мы в автобусе.
Так давайте автопси посмотрим. Ребят. Задевает все-таки, я не могу понять. Я нашел. Это Арбат. Что? Это Арбат? Это Арбат. Да, это Арбат. Так, да, продолжение, давайте. Есть еще хотя бы одна часть. Не хватает все равно еще одной. Это Арбат, это картина, это Арбат. Команды нашли подсказки номер 2 и направляются в указанное в них место назначения, где им предстоит выполнить задание второго этапа. Подожди, тише. Опа. Уважаемые команды, вы уже знаете, что банковская система состоит из двух уровней. Теперь ваша задача с помощью конструктора наглядно и доступно объяснить, что такое банковская система любому рядовому казахстанцу. Следующую цифру кода от сейфа вы получите, если этот человек ответит максимально верно на 3 мои вопроса по телефону. При этом вам необходимо, чтобы в презентации прозвучали следующие тезисы. 2 уровня, ядро резервной системы, услуги казахстанцам. У вас 5 минут на подготовку и презентации. Добрый день. Мы участвуем в программе Tenge Money Next. Вы можете нам немного помочь? Да. Мы команда Part Money. Вот. Привет. Мы хотим вам рассказать про банковскую систему Республики Казахстан. Ядро. Да. Прям, чтобы ядро. Наглядно было. Потребители, они обращаются именно к коммерческим банкам. Коммерческие банки, в свою очередь, связаны с центральным банком. За помощью, за услугами казахстанцы обращаются именно к коммерческим банкам. Идет такая иерархия. Пожалуйста, можно, пожалуйста, вас занять на минут 5? Я вам буду рассказывать презентацию про банковскую систему. Ну все, хорошо, прекрасно. Пошлите. Мы нашли человека. В общем, запомните, что у нас 2 уровня банковской системы. Центральный банк, коммерческий банк. 1 национальный банк. По состоянию на 1 января было 34. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Мурат Аспанов. Я ведущий программы Tenge Money Next. Здравствуйте, меня зовут Балыжан. Очень приятно. Стоян. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, команда провела для вас презентацию? Да, получилось. Да. Отлично, тогда вам необходимо правильно ответить на 3 моих вопроса. Вы готовы? Вопрос первый. Сколько уровней в банковской системе Казахстан? В банковской системе Казахстана 2 уровня. Да. Понятно. Вопрос второй. Сколько банков и какие именно банки являются ядром резервной системы республики? Ядром резервной системы Республики Казахстан является один банк, однако национальный банк. Это банк первого уровня. Только национальный банк является ядром, да. И теперь третий вопрос. Каким определением обозначаются банки, оказывающие услуги казахстанцам, и сколько этих банков? Банки второго уровня или коммерческие банки. В Казахстане 33 банка. Вы дали 3 правильных ответа. Пожалуйста, передайте вашей команде следующую цифру кода. 5. Угу, спасибо, до свидания. Код 5. Давайте с нами вместе. Положите. Это 34 общих банков на данное время. Спасибо большое. В ваших 3 ответах содержался 1 неправильный ответ. Пожалуйста, скажите вашей команде, что она не получает следующую цифру кода. Получаете 2 правильных ответа. Факт. Первый коммерческий банк СССР появился именно в Казахстане. Как свидетельствует пресса того времени, для регистрации учреждения основатели продали 3 машины Лука. На вырученные средства в Шымкенте создали первый кооперативный финансовый институт «Союз». А первый этап становления банковской системы Казахстана произошел в период с 1988 по 1993 годы. Подробности узнаем далее. В эфире Tenge Money Next. Напомню, в задачи команд входило раскрыть популярно и креативно тему «Банковская система Казахстана». А теперь настало время нестандартных решений. Уважаемые команды, внимание, финальное задание. Ваша задача – перечислить важные моменты и результаты становления банковской системы Казахстана. Для того, чтобы получить последнюю цифру кода, вам необходимо представить свой ответ в формате 15-20-секундного видео, снятого вами. Содержание видео сравнивается с данными от эксперта, и чем больше информации команды отразили, тем больше шансов на победу в этом этапе. Пока команды готовятся, предлагаю узнать правильный вариант. Если вы помните, сразу после независимости в Казахстане было банков, как грибов после дождя, более 200. Это были достаточно простые организации, которые предлагали самые базовые финансовые услуги нашему неискушенному клиенту. И защита таких клиентов от всяких махинаций была, конечно, минимальной. Мы можем сказать, что теперь банки гораздо
более искушенные организации, которые предлагают современный набор финансовых услуг нашему населению. Но и население стало гораздо более требовательнее, а Национальный банк, как регулятор, выстроил очень серьезные механизмы защиты интересов нашего клиента. Но самым явным из них является фонд гарантирования депозитов, когда депозиты до 10 миллионов тенге гарантируются государством и через фонд, который принадлежит Национальному банку. В 90-м году приняли декларацию. До независимости 5 банков, да? Потом перед 72, самой независимостью, потом 72, все это описать в видео нужно. В 88-м году появилась двухуровневая банковская система, 5 коммерческих банков. В 93-м их количество выросло до 204, и 15 ноября была введена национальная валюта. В 2000 году появилась система гарантирования страхования вкладов. В 2003 была принята концепция развития финансового сектора на 3 года вперед. В 2007 был кредитный бум, а 20 августа 2015 года был установлен плавающий курс тенге. Я могу рассказать про этапы. Этап развития. Про будущее совершенствование. Да. Я отвечу на вопрос, сколько на заре независимости было банков. Дорогой друг, привет! Сегодня наша команда «Портмоне» расскажет вам поподробнее о банковской системе Республики Казахстан. На заре независимости Республики Казахстан существовало более 200 банков. В настоящее время их количество уменьшилось. Я хотела бы рассказать вам о этапах развития банковской системы Казахстана. Всего существует 3 этапа. Первый этап с 1988 года по 1991 год. Второй этап с 1991 года по 2003 год. Третий этап начинается с 2003 года и по сей день продолжается. Спасибо большое, что выслушали. Теперь вы знаете чуть больше о нашей экономике. Что, значит, видео написали что-нибудь? Наше видео лучше всех. Цифра номер 2. Только что на наших с вами глазах определился победитель 3 этапов квеста. Команда «Портмоне» получает заветную последнюю цифру кода, чтобы открыть сейф игры, а в нем вот такой золотой тенге. Но команде «Кэшбэк» предоставляется последний шанс отыграться. Она имеет одну попытку открыть сейф методом случайного набора, не зная одной из 3 цифр кода. В итоге призовую монету сможет забрать только одна группа. Всего в этом сезоне квеста «Тенгемания Next» принимают участие 4 постоянные команды, по 2 в каждой игре. Надеюсь, мы первые приехали. Давай, я побежим. Нормально, сбегаем. Быстрее открывай. Мы дошли до него. Да. Давайте все. Итак, команда «Портмоне» становится победителем этой игры. Золотой тенге уходит на их счет. Чем больше монет по ходу всего сезона игр «Тенгемания Next» заработает команда, тем выше у нее шансы стать чемпионами и выиграть Кубок тенгеманов. А еще получить специальный приз от Национального банка Казахстана. Голосуйте онлайн за полюбившуюся команду квеста на страничках программы в соцсетях. Каждый голос, отданный командам в сети, будет учитываться в конце сезона. Следите за результатом. А проигравшая команда «Кэшбэк» уже провела работу над ошибками, чтобы взять реванш в следующих играх. Мы на качество как-то работали, но не на время. А теперь мы будем работать на скорость. Да, скорость, качество и... Следующую игру будем умнее. Победа, да. Скажем так, качество не вообще в скорости. Да. Итак, мы выяснили, что банковская система в Казахстане двухуровневая. Первый уровень представлен Национальным банком, второй – это коммерческие банки, которые обеспечивают жизнедеятельность экономики и оказывают услуги казахстанцам. Еще важно, что за годы независимости банков у нас стало в разы меньше, а их качество и надежность, напротив, повысились. Также узнали, что вклады населения в нашей банковской системе серьезно защищены. И еще факт, добавляющий устойчивости банковской системе Казахстана – рост золотовалютных резервов страны. Сейчас это уже более 30 миллиардов долларов. Это была «Тенгемания Next» – самая грамотная финансовая программа. С ходом игры вы можете ознакомиться в социальных сетях. Ссылки на странички нашей программы отображены на экране. Помните, финансовые знания и грамотные вложения помогают устроить будущее. Увидимся в следующем выпуске. Салют!